Дорогі колеги, дозвольте саме так звернутися до тих, хто обрав радістю свого життя аматорське поклоніння мистецтву театру, професійне служіння театру, аматорська закоханість – це все те, що робить підґрунтя театру живим, мистецьким, наповненим таким, який є сьогодні наш український театр, захоплюючий багатьох-багатьох глядачів. Я хочу привітати від імені Київського відділення Національної спілки театральних діячів України з святом, з великим святом, з великою подією в житті аматорського театрального мистецтва. 15-й міський фестиваль-конкурс «Київська театральна весна 2020», який проводить Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень. Цей прекрасний фестиваль збирає 16 народних, 2 зразкових театра, 28 театральних студій і гуртків. Серед цих колективів є 3 лауреати премії театральної «Київська пектораль». Я певен, що це насправді буде свято творчості і дасть ще вам великий поштовх до натхненної творчості, до радості життя у театрі. Святом вас! Успіхів вам! Натхнення! Шановні колеги, всім привіт! Мене звати Стас Ширков, і я директор, художній керівник Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Записую це відео для того, щоб сказати, що ви є важливими. Шановні актори, режисери, і те, чим ви займаєтесь, є важливим. Можу сказати, що театр для мене – це важлива інституція, важливий інструмент. Багато слова «важливий», але як по-іншому сказати, якщо ми займаємося соціальними проєктами, якщо ми займаємося різними виставами, які дають можливість людям зрозуміти і знайти відповіді або задати собі питання на дуже важливі теми. Мені здається, що театр – це інституція, яка може бути найсучаснішою в Україні. Тому що в нас немає кордонів, немає часового простору, і ми можемо займатися театром всюди. Грубо кажучи, я зараз з вами розмовляю, і це також є театр. Я хочу сказати, що зараз наш світ переживає оновлення, наш світ переживає входження у новий час. І всі ми знаходимося зараз на карантині, в пандемії. Але важлива місія театру в тому, що навіть зараз він може існувати і може задавати важливі питання. Ми можемо передивлятися онлайн-вистави, ми можемо робити онлайн-вистави. І я дуже вдячний кожному з вас, хто займається театром і продовжує робити важливу справу. Наприклад, наш театр, театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, за час карантину прийняв участь у 2 фестивалях. Один з них відбувався в Британії, і ми отримали 4 зірки від британської преси, що є дуже важливим. Інший, «Радар Ост», відбувається в Берліні, але він відбувається в Берліні, але відбувається у всьому світі. Тому я хочу вам, по-перше, сказати про величезні можливості, які відкриваються перед кожним з вас, а по-друге, сказати, що ви займаєтеся надзвичайно важливою справою. Продовжуйте це робити, і мушу сказати, будьте здорові, будьте щасливі з того, що ви займаєтесь театром, і театр обов'язково вас полюбить. Я думаю, що він вже вас полюбив. Отже, всім здоров'я, всім наснаги і всім гарного настрою. У нас визначна подія в культурному просторі аматорського мистецтва міста Києва, ювілей, фестиваль, конкурс самодіяльних аматорських колективів театрального жанру міста Києва. Другого чорного, третього головастого.
Да еще крошка бы. Тоже хороший песик. Ну, и бывшая такса с ним. Жили они, поживали. Со мной дружили. Зимой детишек на спинах катали. Да, дедушка Абрек, особенно маленьких, стянут тебе на спину, цепи за холку, а ты летишь, летишь, и только снежная пыль спадла. А весной все через ручьи с ребятишками бегает. Прыгаешь, бегаешь, хаешь, все смеются, а кругом брызги на разноцветные бусинки. А летом, когда ребятишки разъезжались, все больше со мной были. Да, дедушка Абрек, летом у тебя хорошо. И еды много, и запахов разных вкусных. А трава такая большая-пребольшая вырастала. Постановлю. Да, вот и жили. Да, хорошие были собачки. А гордый хороший? Хороший, хороший. Один ты у меня остался. Гордый. Остальные ушли. Бросил. Нет. Нет, дядюшка Абрек, они еще вернутся, слышишь? Они обязательно еще вернутся. Они вернутся. 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 Да, все.
хороших людей нет. Если бы они были, для них бы обязательно нашлось место в стране собачьей мечты. В стране, где всегда тепло, хорошо и сыто, и у каждой собаки есть свой дом, и каждый вечер у него появляется колбаса и мясо, а еще лучше кусочек сахара, да? Да, хорошо. Так, тебе не все равно. Собственно, давай.
она не разговаривала с нами почти до самого вечера. Мы часто вспоминали этот случай и просили таксу все-таки объяснить, как следует обращаться с дамами. На что она печально вздыхала, поправляла свой бант и начинала говорить о чем-нибудь другом. Я бы оставил тебя, понимаешь, но сосед.
Поверь, я бы охотно с тобой пожил. Дай-ка лапу. Я дал лапу, мы расстались. А где сейчас? Твой человек. Мы иногда видимся, он пожимает мне лапу. Мой человек, он хороший. Не то, что человек. Так вот, Япония там, а может еще дальше.
Японии хорошо. Там все мыши подчиняются великому императору. То есть тебе? Да. А знаешь, людей там совсем нет. И не надо не заботиться, как я заботился о своих. А они неблагодарны. Мне кажется, твои обиды из-за того, что ты не прыгнул через окно, я раскрыл этот цветок. Вот и дурь. Пусть они узнают. Пусть они узнают, что значит любить своего умного и доброго императора. Пусть они сами наливают молочко, выбирают мою миску. Зато стали с колбасу, которую мои специально для нас приготовили.
Мы долго говорили о Японии, но они почему-то рано вернулись. Забыли, наверное. Нет, у меня домашний очень хороший. Может, они, правда, обиделись за бедного мамы, который мы случайно с гордым выпили. Ну что, им жалко? У них этого молока. Ну ладно, нет, да. У меня лекция с мышами. А я помню. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Если среди кошек есть свой император, так почему же его нет среди собак? Да не среди кошек, а среди котов. Ведь я момота, я кот. Я момота! Да какая разница? Вот, видали? Новое пополнение. Ты чего здесь делаешь? Кого это ждешь? Моего человека. А ты знаешь, что это наше место? Нет. Видали? Он сейчас своего человека. Утром он его привез, и сейчас еще вечер. И он думает, что тот еще вернется. Если утром, то там уже не вернется. Меня точно там же привезли и бросили. Слышал? Как тебя зовут? Томик. Что за имя такое странное? Разве не противно отзываться на него? Томик. Ладно. Теперь тебя зовут просто Новый. Ну-ка иди сюда. Я пойду. Ты не будешь меня слушаться? Я слушаюсь только своего человека. А тебе ты будешь слушаться меня? Он тебя бросил, он никогда не вернется. А я не верю. А ты знаешь, что я здесь главный? Нет. Ну тогда я тебя проучу. Что ты не трожь его? Уйди, гордый. Не трожь, я сказал. Он сам тебе ставил попроситься. Ладно, пускай сам попросится. Все домой! Ну, не обязательно, чем он хороший, только людей почему-то не любит. А твой человек, он обязательно вернется, может быть, не сегодня, может быть, даже не завтра, но он обязательно вернется. Вот он нашел здесь стихи, и к нему вернулся его человек, правда-правда, как все возвращаются. А у меня есть колечко, очень красивое колечко, я нашла его в собраке. А хромовый по электричкам, там добрые люди, такие же добрые, как твой человек, и они дают ему покушать. Крошка живет в ящике из-под яблок. Поэтому от крошки всегда пахнет яблоками. Мы тебе тоже свой ящик придем. Ящик, конечно, не мемором, тоже ничего. Прощайтесь.
у кого я дома пуста, а я же відкриваю дощечок. Не. Там. Это. Не очень много приятного. Возьми себе. Ладно. Хороший мячик, совсем новый. С маленькой дырочкой. Хорошо. Прыгай и бей, а не вынос. Ты хорошо прыгаешь. Спасибо. Просто ловим всех бездомных собак. Мадам,
Уважаю, как вы? Вижу, что не очень. Ну, пойдемте. Пойдемте, давай. Вот и все. Кончилась наша жизнь во враге. А для меня началось новое. Целый месяц с моим человеком бродили по осенним лесам. Сбылась моя мечта. Соседи сперва поругались, и потом привыкли. Мы вернулись в овраг, когда выпал снег. И овраг покрылся белой пеленой. Замерзло болотце. Дети катались на санках, бегали на коньках. А я вспоминаю свою неприкаянную собачью жизнь. Голод и холод. Но я часто возвращаюсь к оврагу и вспоминаю. Вот ящик крошки, а здесь мячик хромого. В конце зимы мой человек получит новую жизнь, и нам придется переехать. Я здесь последний раз. Мы будем жить без соседей. Наконец-то никто не заводчит, если я наслежу на болоте.